Невысокую и покатую горку на углу улиц Ленина и Крепостной в Анапе вот уже 11-й год украшает круглая цветочная клумба. Это необычный элемент ландшафтного дизайна, под ним скрывается сложный механизм. Цветочные часы – официальное название городского арт-объекта. Он сразу стал достопримечательностью Анапы. Помимо эстетики, он еще и функционален, напоминая жителям и гостям, что пора на море. Сейчас идет масштабная подготовка к новому курортному сезону. Часы закрыли на плановый ремонт. Это сердце цветочных часов. Вес механизма порядка 50 килограммов. После предварительного осмотра выяснилось, что на месте устройства отремонтировать нельзя. Диагностировать и исправить оборудование можно только в мастерской, имея под рукой специальные приспособления и измерительные приборы. Было принято решение о демонтаже. Идет. Держи, потому что оно очень тяжелое. Механизм, когда будет разобран, только лишь тогда мы определим степень поломки. Пока специалисты разбираются в причинах поломки, жители и гости города с нетерпением ожидают возвращения городской достопримечательности на привычное место. Ведь этот арт-объект известен всей России. Как говорят, место встречи изменить нельзя. Если мы кому-то что-то где-то назначаем, а люди, особенно вот к нам приезжают гости, наши друзья, там родственники, место встречи где? Это уже никто, не часы наши живые, не цветочные, не перепутаешь ни с чем. Поэтому, конечно, к хорошему привыкаешь, и хотелось бы, чтобы они были. Приезжие приезжают, фотографируются здесь. Так что как будто какая-то примечательность города здесь собирается вечером. Ну и как-то здесь красиво, интересно. Ремонт, заверяют специалисты, будет окончен до начала курортного сезона. После запуска и тестирования механизма здесь по традиции высадят несколько тысяч петуний и виол. Руслан Душевский, Анапа, регион.